И... Ой, ой, ой! Как так? И вынесла парня. Нормально, бывает, бывает. Главное, не на голову. Лучше трюк. Парни, смотрим! Как он рад, поаплодируйте! Ему 10 лет! 10 лет этому парню, и он сделал это! Красавчик! А вы думали, что в 10 лет такие штуки прыгать будет? Я нет! Красава! Ты молодец, ты уже заслужил приз! Я тебе отвечаю! Давайте покричим, пошумим нашим финалистам. Они пробились из 40 человек, прошли финал. Двое главных. Yep. Вот так. Повторим. Секрет. Жаль, что больше куплетов нет. Я буду тебя шлепать за твои текста, словно ты читаешь чистого листа. Ты думаешь, что Бог тебе вернул, в моих глазах перешло. Сломал доску, что ли? Вилка, походу, видишь? А, вилка погнулась. Давай ее, блядь, шнапки. Все? Дота! Все, пошла! Раздача! Вот он! Вот такие ребятки! Нормально, зажигаем! Стой, 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 стой. Отец-тим. Собирает Алексей Прокопьев. За Гейм Оф Купа Сумес. Ребята. Привет. Дальше. Андрей. Это 11-летний пацан, который сделал дропкик. Один ступенек. Давай, не растеряй. Отмечен наградой за храбрость. Это за храбрость, да? Да, он прыгнул один ступенек. Ему прям бэги нужны. Да, ему прям бэги нужны. Давай. Олег, смотри, у него красная курточка, красные бэги прям вообще идеально. Все, радуйся, горизонт. Смотри, не растеряй. Спасибо тебе. Так, Вася, колеса. Опа, давай спускайся к нам. Колесики получаем, красавчик. Давай к нам, к нам, к нам, к нам. На поле эффективно надо сделать фотографии с вашими победителями, призами. Так, кто у нас еще? Кто еще? Вадим Гачина. Первое место? Вадим Гачина пиво. Который... Вадим Гачина пиво? Пиво. Пиво. Вот он, главный победитель. Главный победитель. Все же Пегги от Горизонт. И дозочка от всех секций. Пошуми, народ! Так, еще, у нас еще один есть маленький приз. Еще место есть или... Можешь кого-нибудь поощрить?